Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь на пляже Роза Хутор. Точнее, между пляжами Роза Хутор и Рэдисон. Тут примерно граница проходит. Вот сейчас подсыпали и разровняли пляж Рэдисон, вот это перед вами. А я уже на пляже Роза Хутор стою. Я только что, друзья, искупался. Водичка мокрая, если что. И собираюсь проехать до границы России и Абхазии. То, как я купался, можете посмотреть в моем телеграм-канале. У меня там рубрика «Купаюсь дня каждый день». Также я скинул фотографии, как Сириус, Олимпийский парк, готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта. И вот я проехал, искупался, и сейчас отправляюсь на границу России и Абхазии, хочу там потренироваться. Ну и посмотреть, как там дела. Вон мой велосипед. Не украли. Так, Сириус просто это самый безопасный район, поэтому тут можно даже велосипеды оставлять. Но на Бога надейся, а сам не плашай. В общем, друзья, поехали прокатимся. Посмотрим на Олимпийскую набережную. У нас хорошая погода, плюс 10, солнечная. Солнечно. Я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Поставьте мне лайк, мы начинаем. Поедем сейчас туда, друзья. Посмотрите, там на пляже Сочи парк плотненько сидят, на пляже Сириус. Так. Парусная лодка там. Так, а это уже Гагры, Пицунда. Вот устанавливают буи к лету, чтобы не уплыли в Турцию. Так, ну что, друзья, отправляемся в сторону границы. Здрасте. Смотрите, какой ровненький пляж Рэдисон сделали, но это все до первого шторма, вы же знаете, мы же уже это проходили. Так, все, идем к моему аппарату. Я уже привыкнул к аппарату и сейчас поедем. У меня хорошее настроение после того, как искупаешься, настроение хорошее. Эффект схож с прием наркотиков каких-то. Ну, почитайте, я читал. Похожие эффекты происходят в организме. То есть выработка определенных гормонов. Уже заблокировали. Так. Так, отправляемся дальше. Слева у нас тут Олимпийский парк. Мы едем по Олимпийскому проспекту. И сейчас будем двигаться по Олимпийской набережной. А вы, друзья, напишите, как у вас там дела, как погода. Откуда меня смотрите, когда приедете. И знакомы ли вам эти места, напишите. Мне будет интересно почитать. Так, вот тут забором все перекрыли, но люди перелазят. Смотрите, с колясками. Так, заезжаем на набережную. И сейчас поедем красиво. Посмотрим тут атмосферу. Я думаю, сейчас будет очень много людей на набережной. Смотрите, проезжаем у нас слева Монтера. Тут на Монтере поклеили вот такие плакаты. И вдохновляющая красота. Смотрите, они надписи повесили. Пространство жизненной силы. Потому что забора мало. Видно было стройку. И добавили вот эту надпись полметровую. Так, вот мы сейчас заехали на мостик, справа пляж Роза Хутор.
слева пляж Богаты. Смотрите, смотрите, какая чистая водичка сегодня. Я уже искупался. Так, вот, а ветерочек, если честно, прохладный. Так, вот такая красота, ребята ловят рыбу. Смотрите, Монтеру обклеили вот такими баннерами, и только видно теперь красивый фасад и вот эти баннера. И вот этот забор заклеили, плюс повесили такие картинки и надписи. Так, двигаемся дальше. Смотрите, поставили новые фонари. Такие новые, стильные. А старые убрали. Покрасили отбойники. В общем, вот-вот будет взрыв. А я сейчас доеду до границы. Обычно я купаюсь на границе, но сегодня раньше искупался. Было очень жарко. И потренируюсь там. 5 подходов сделаю. И думаю, что можно начать будет стрим. Вот такой у меня план. Так, вот не открыли до сих пор вот эту аллею слева. Сначала планировали 7-го, потом 20-го, и вот уже 21-е. Они все не открыли. Посмотрите, там все. А, это фонари, я думал, камеры. Ну и что они не открывают? Они, наверное, не хотят, чтобы ее это потерли, ну, знаете, хотят для студентов уже на фестиваль молодежи открыть. Наверное, к открытию, к 1 марта откроют. Так, проезжаем пляж Богатырь, вот у нас справа. Все не делают, делают все, всю зиму, и что-то никак ничего не сделают. В общем, готовят пляж. Смотрите, вот такие новые фонари поставили, высокие такие, интересные. Так, вот идет подготовка, все красят. Тут слева обтянули все лентой. А, вот такой зеленый. Проезжаем пляж Сочи парк. И что-то так и будет. Раньше тут торговый ряд был, репчиковая медийка. Мы тут приезжали летом на стримы, смотрели. По-моему, было лучше, когда тут что-то было, какой-то торговый ряд, чем просто такой забор. Проезжаем столовую Бон Аппетита. Вот недавно я тут кушал.
по пивку решили вдарить. Так, у меня волосы такие длинные отросли, что лезут мне в глаза. А я думал отрастить прическу подлиннее, шапочку, и все время я их состригаю, потому что они начинают в глаза лезть. И вот опять хочу их состричь. Так, едем дальше. Мне кажется, длинные волосы доставляют много хлопот. У кого длинные волосы, напишите, это так или нет. Если чем меньше волос, тем меньше проблем, грубо говоря. Проезжаем ресторан Amor de Amor. Приезжаем к пляжу Сириус, тут площадь. Так, я всегда тут делаю фотографию. Летом тут проводили стримы, тут два брата выступали. И другие артисты. Так, проезжаем пляж. Справа Редисон, слева отель Редисон. Хорошо, идем по ветру. Только обратно будет. Против ветра у нас дополнительная нагрузка на ноги. Но это все только полезно, только в пользу пойдет. Может мне стать этим распространителем экскурсий? Буду вас на экскурсии отправлять. Проезжаем ресторан «Высота» тут. Вон полная посадка, булочная. Там многие пишут, что заедут в отель «Арфа». Вот он начинается слева, парк отель «Арфа». Вот смотрите, слева этот отель «Арфа» с такими бутиками. Идут все по велодорожке. Давайте, разойдитесь, директор едет. Сережа мчит. Я в капюшоне, потому что я искупался и не хочу, чтобы у меня была прическа. Разбуди меня в 4. Да и вообще, как бы, на самом деле 10 градусов, это не так уж и жарко. Вот сейчас солнце зашло, ветер подул, и мне даже и перчаточки хочется надеть. На дорогу смотри. В общем, вот Сережа, давайте его поддержим, накидаем лайков.
я буду вам премного благодарен. У меня тут этот крейзи езда. Смотрите, я тут как лавирую. Так, вот подъехали к ресторану Магеллан. Слева тут район совхоз России. Вот справа Росгвардия, полиция. Это велодорожка, это вам не тренажер, не. В общем, это не детская игровая, мне кажется, тут детей нельзя, мне кажется, отпускать на такой дорожке. Представьте, здесь разного уровня люди ездят. Опять мне жарко. Можно сейчас еще раз окунуться. Я думаю, два раза хватит. Не два раза, вот я один раз искупался в море. Я же еще утром еще обливаюсь. Я утром захожу в душ. Ну, представьте, я все сделал, все практики, тренировки. И в самом конце у меня идет душ. То есть я захожу в душ. Сначала тепленький. Потом холодное, обливаюсь три раза вот так. И ведро ледяной воды. И потом заканчиваю все это дело йогой лежа. Уже в расслабление ухожу. И все, потом завтракаю. И вот у меня получается, что я за день купаюсь два раза. У меня утреннее охлаждение и дневное. То есть в душе и в море. Так, сейчас вот я доеду до конца границы и приеду вот на эти турники тренироваться. Тут идет активная работа. У нас слева парк-отель «Бархатные сезоны», а справа пляж «Бархатные сезоны». Идет работа, вон штеттер красный заливает вип-домики. Вот эти, видите, слева домики будут тут. Вот, и надо сейчас решить, какое бы упражнение сегодня поделать. Наверное, подъем-перевороты. Смотрите, делают разметку, по-моему, он рисует. Или моет дорожку. Просто моет дорожку, прикиньте. Ага. В общем, испачкали, видите. Надо красить так, чтобы дорожка не была белая. А то что, студенты с разных стран приедут, скажут, а что у вас тут? Дорожку так покрасили. Студенты красили. Так, подъезжаем к границе. Я проясню, что это не сама граница, потому что там меня критикуют. Есть еще дальше последний пляж. Ну, может, километр тут до границы. Ну, образно, это же граница тут. Немножко осталось. Ну, до границы. Пудель, смотрите. Тут идут работы. Смотрите, тут я вам сейчас объясню. Мы сейчас у границы. Смотрите, тут какой-то пудель умный. Смотрите, мне кажется, не каждая собака сможет поднять так мяч на набережную. Так, здесь уже пляж разровняли. И вот
я вам сейчас объясняю. Смотрите, вот видите, раз забор белый, и вон два забор белый. Это промзона. И за ней вот последний пляж. Крылья Балтики. Видите, там люди. И видите вот эти вышки. Вот то уже граница. Так что можно сказать, что это граница. Так, я тогда сейчас пойду тренироваться. А потом, скорее всего, начну стрим. Смотрите, тут вбивают какой-то столб. Так, делаю тут тоже пару кадров. Для телеграм-канала. И прощаюсь с вами на этом. Желаю всем удачи, успехов, процветания. Пусть у вас все получается. Подписывайтесь на мои ресурсы, дальше будет интересно. Какой пудель умный. Можно играть с пуделем в квадрат, в баскетбол. Оп, он его и фиксирует. Вы видели, как он фиксирует мяч? Так, ну все, друзья, я пошел тренироваться, а потом запущу стрим. Всем удачи, успехов, хорошего настроения. Счастливо, друзья!